Обратный отсчет начинается. 5 недель до начала празднования юбилея столицы Чувашии. Жители и гостей Чебоксар в День города ожидает праздничная программа, расписанная на неделю с 18 по 25 августа. Кульминация праздника назначена на 24 августа, сменится и место проведения. Главная сцена перенесется на Певческое поле. Подробности рассказали на организационном комитете в мэрии. Здравствуйте! «Дай пять» в честь 550-летия. Оргкомитет праздничный, атмосфера соответствующая. Таких волонтеров в скором времени можно будет встретить на улицах города. Веселых, доброжелательных и в брендовой одежде. Тут представлен вид на город с Волги. Мы можем увидеть речной порт, парк Победы и как раз-таки пролетающие над нашим городом стрижи. Когда я ее увидела, она мне сразу безумно понравилась, честно говоря, потому что, несмотря на то, что она черная, она выглядит очень достаточно таки красиво. И вот эта золотистая окантовка как раз-таки, наоборот, создает праздничное впечатление. Кроме футболок, к официальной сувенирной продукции добавились статуэтка матери-покровительницы, статуэтка Чапаева, утенок Чебоксарик, резиновые детские мячи. Их будут вручать участникам городских конкурсов. На десерт кондитерские предприятия готовят лимитированные серии сладостей. Торты, шоколадные плитки, пряники. Мы участвуем в разных мероприятиях, оказание какой-то спонсорской помощи финансовой. Конечно, мы тоже хотим использовать имя Чебоксара и имя юбилея города и делаем логотипы на своей продукции. Сама столица тоже преобразилась. Праздничные флаги, скульптурные композиции. На предпраздничной неделе расписан буквально каждый день. Театральное искусство, музыка, спорт. Кульминация 24 августа. Причем главная сцена в этом году разместится на Певческом поле. Мы меняем площадку. Уже это запоминается. Уже десятки лет мы проводили на Красной площади. В этом году мы будем проводить на Певческом поле. С одной стороны, есть сожаление, но с другой стороны, это радость и гордость. Потому что мы выиграли конкурс среди 60 субъектов Российской Федерации. В сложнейшей борьбе мы получили около 2 миллиардов рублей. И именно в этот юбилейный год мы начинаем реконструкцию. Утро 24 августа начнется бодро на Московской набережной с зарядки со звездой. Состоится фестиваль водных видов спорта, дефиле яхт. Гостей ждет традиционный творческий бульвар. Парад техники на этот раз возглавит ретро-троллейбус. И к нам вновь прилетит пилотажная группа «Стрижи». Вечером на Певческом поле зрителей ждет кульминация праздника. Театрализованное представление «Чебоксары. Город твоих побед». Чебоксарцы смогут побывать в старом городе и увидеть, как строится Кремль. Посмотреть, как к берегу причаливает Екатерина Великая. Встретиться с легендарным комдивом Василием Чапаевым. Совершим первый полет с Андрианом Николаевым. Переживем грозные годы Великой Отечественной войны. Расскажем о современных достижениях города. Вечером для чебоксарцев споет победитель проекта «Голос» Петр Захаров, а финальным аккордом станет концерт хора турецкого и фейерверк. Мы не говорим, что программа закрыта. Предлагайте, а мы поможем реализовать любые инициативы, любые предложения. Вообще, чебоксарцев по максимуму привлекают к участию в праздничных мероприятиях. Дважды собирали лекторий на Волге, идет конкурс на гимн к юбилею. Людям, уже внесшим вклад в развитие города, вручают памятные медали. Работаешь все время и не думаешь о наградах. Когда любишь свое дело, это, ну, просто... У меня слов нет, я очень благодарна. Хочется после этого, конечно, еще больше работать, трудиться на благо города Чебоксары. Ну, своими песнями, танцами мы будем прославлять всегда свой родной город Чебоксары. Юбилей столицы, несомненно, станет еще одной вехой в летописи города. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.